Красная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, 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 и месяц пролетел. Если говорить на чистоту, многие актеры кино и театра свои трудовые доходы вложили в золотой фонд нашей мультипликации. Добрый вечер. Я к вам в гости. Ой, так ведь это же я. Я, значит, я Винни-Пух. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. С этими мультипликаторами лучше не связываться. Просто озорники. Рисуют тебя смешнее, чем ты есть. Конечно, им виднее. Смотришь на Винни-Пуха и, стыдно сказать, сам себе становишься симпатичным. Обыкновенное чудо. Эти самые мультипликаторы. А теперь, дорогие мужчины, пришел наш черед бросать в воздух чепчики. Влияние вашей мультипликации на итальянское кино бесспорно. Мне очень понравилось сниматься в ваших мультфильмах. Чао! До новых встреч! Как это приятно, когда вас чертовски любят. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони мне, позвони мне. Протянем друг другу руки, обнимемся, братья, облегчим душу, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Мы желаем счастья вам, и оно должно.